have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И мы с вами на дирижабле. Да. Ха-ха. Так, где можно вылететь на самолет? Блин, тут вид от первого лица такой. Ноги и руки, больше ничего не вижу. Хорошо, где самолет? Я не знаю, но ребята вылетают откуда-то сверху. Я понял, пойдем посмотрим. Оу, тут есть это... Да! Мне надоело быть как-то. Такие облака, как кусочки льда, прикольно. Я могу быть на позиции стрелка. Мы, короче, сейчас берем... Воу-воу-воу! Ой, я вижу, где самолеты. Меня кто-то убил. У нас сзади есть такая полоса, где можно спавнить самолеты. Хорошо, так. Там можно выбрать быть пилотом или быть в экипаже. Я пока что выбираю пилота. Это выглядит классно. Ой, у нас, кажется, стрелина немножко так... Так, тут у людей оружие. Мне бы взлетную полосу какую-нибудь. Да, я бы хотел... Я бы хотел самолет. Блин, да, вот взлетная полоса. У нас мотор горит. Блин. О, у меня есть бомба. Мне О, самолет. Нет, это задний, место заднего пилота. Вот, я пилот. Давай, садись, чувак. Это не летучие торпеды, это просто торпеды. Я не знаю, зачем нам торпеды. Зачем вы по мне стреляете? Это я, вы чё? Я возвращаюсь назад, что-то у меня торпеды закончились. Я не знаю, что я сделаю. Тут есть воздушный шар, серьезно? Ой, я вижу тебя, я лечу к тебе. Надо сбить этот воздух. Ау. Я в него врезался, я не знаю. Так, нет, стоп, давайте так. Да, но я сейчас возьму бомбардировщик. Блин, почему тут нету истребителя? Или он есть, я просто не вижу. Я видел только два типа самолетов. Ой, есть нижняя палуба для обстрела, вот это круто. Я уже на полосе самолетиков. Дрондолетиков. Дрондолетики. Эй! Хорошо то, что тут не существует гравитации. Так, давай хэви бомбер, хорошо, годится. Ай. А, у меня недостаточно поинтов. А, блин, жалко. Хорошо, давайте я сейчас возьму тогда место стрелка. Тут у нас... Здравствуйте. Тут у нас место управления... Хорошо, я понял. Тут у нас место управления пушками. Пушки. Да, чувак, нафига ты меня скинул? Чтобы управлять. Нет! Я просто выпал из вертолета, из дирижабля. Блин, там я думал, там пулемет есть. Нам, видимо, его или взорвали, че. Так, давайте я в экипаже, да. В общем-то, ты можешь заменить из экипажа в самолет. Нам надо подлететь поближе, мы не дотягиваемся до него. Вон этот дирижабль. А мне кажется, мы просто до него не достреливаем. Спавню ракеты и самолет, надо его летать. У меня всего 3 ракеты, как я должен... 6. Где у нас там была рубка? Вот здесь. Я запускаю все ракеты ровно. А теперь скорее деплоид 400. Угу. Пойдем посмотрим. Экшони от первого лица. Прям как Battlefield, не хватает еще музычки. Так, стоп, а тут у нас что?
Что это? Planet Spawn? Ну-ка. Да, чувак, уйди с дороги. Да уйди с дороги ты, блин, олень. Смотри, тут ты так. Будешь заспаунить ракетные самолеты. Да, вот, короче, мне вот это нужно. Я возьму боевой самолет. Ай, блин, мне нужно быть в команде пилотов, сейчас. Рассыпнись. Да. О, у меня не хватает кого-то. Так, все, беру, иду в команду пилотов. Я наконец-то увидел, где можно этот... Блин, что... Если что, я хочу к тебе. Я буду задним твоим стрелком. Иди обратно. Я нас веду в это. Да не води в левую. Блин, у нас чужие на корабле. Я знаю. Взлетаем уже. Сейчас я поверну нас боком, и мы будем их фигарить из пушек. Кто-то за пушки встаньте! Я встану за пушки, я встану за пушки. Я нас поворачиваю бортом, пушку вверх подними. Ты на самолете? Нет, пока что. Блин, эта штука медленная, но круто. Они тоже поворачиваются боком, блин, кто-то за пушки сядьте. Я сел за пушки. С какого борта? Не знаю, сейчас. Вот, в эту сторону, да, сейчас я поверну нас. Начинай целиться. Он выше, если чё. Мне не нужно целиться. Стрелять? Погоди, ты его видишь в прицеле? Да. Гаси. Как не стрелять, как не стрелять? Буква И, буква W. Давай. Поверни пушки, чтобы они на него целились. Я нас сейчас подведу. Немножечко. Вот, я стреляю в них. Давай, гаси! Вот, кто-то уже гасит. Ты? Да. Ты из пулемета стреляешь? Я не из пулемета, я с большой пушкой. Пробиваю их ядрами. Ай! По нам выстрелили. Да. Есть, есть, я нас повернул. Давай, огонь! Я стреляю, понимаешь, я не могу. Я пошел на палубу, тоже буду стрелять. Да, блин. Ой, да ну нафиг, пойду лучше буду с самолетом. Мне просто надо... Да! Да! Фигарь этих оленей! Блин, мы опускаемся! Я так что... Блин, почему мы падаем? Я пошел быстро в рубку управления, посмотрю, что происходит. Какая-то девчуля, блин, это ведет не туда. Так, все, я пошел возьму самолет. Да не трогайте вы меня, я пошел возьму самолет. Life Fighter Plane. Fighter Plane, да, деплой. Я в тебе. Ау, он одноместный. Это мой самолет, свали отсюда, олень. Этот парень точно так же пытался сделать своим самолетом. Это олень. Вот, молодец. Пошел. Так, сейчас я буду бомбером. Так, чем там стрелять? Я только заспаунил свой самолет, и его уже сбили. Я даже вылететь не успел. Вы че, издеваетесь? А, F это fire. У-ху-ху! Так. Я обиделся. Иди сюда. Да блин, что делать? Водит не туда. Блин, почему я его не сбиваю? Там пират. А, он дымится, он дымится, хорошо. Почему я взорвался? Главное, я... А, он тоже взорвался. Ладно, тогда ладно. Ой, у нас бомбу установили. Прям воз...
кабине капитана. Блин! Беги! О, мы обезвредили бомбу. Наверное. Я там на нее понажим. А, да, дефьюз, вот все. Крутяк. Бум. Ой, я им по мотору стреляю. Они скоро будут падать. Как мне повернуть эту пушку еще? А, вот она поворачивается. Бум. Минус пушка скоро будет. Я избегать. Надо стрелять под двигатель. Как мне повернуть? А, Д, С, Д, А. Серьезно? Да. Блин, я мышкой тут пытался поворачивать. Серьезно? А у меня... Нет, у меня еще не закончился угол поворота. Стоп, стоп, стоп. А, я не достреливаю, я понял. Самолетиком иду сейчас. Так, я что, не попадаю? Мне нету поинтов, не хватает. Оу, попадаю. Слушай, у тебя есть поинты? А, нет, уже, ну, уже нет. Так, вон двигатель. Ну так я не достреливаю, да? Ну-ка вот так. Блин, так слишком... Ну-ка. Да, так достреливаю. Возьмем повыше. Ага, так я попадаю по обшивке, но по обшивке она ему ничего не делает. А так. Есть попадание! Я убил чувака из пушки. Оп. Из пушки, Карл. Мне нужны поинты. Просто нужен один поезд ради самолета. Ох, у них хорошо так разлетается дирижабль этот. Блин, они пытаются менять высоту, они пытаются манипулировать высотой. А наш-то что крутится? Кто за штурвал сел? Девочка, которая не поняет, Не понимает. Она не поняет тут. Блин, бомба. Сейчас разыхлюзить надо. О, 10 поинтов как раз на самолете. А, не, блин! Уже девочку уже убили. О, раздефьюзили. Дайте мне съесть мой самолет, пожалуйста. Я надеюсь, его не разрушат за 2 секунды, как прошлый. Да что вы делаете? Перестаньте стрелять в меня. Я не... Мои ядра не долетают, да, я так понимаю? Блин, надо... У нас это боеприпасы горят. Вода горит. Так, это твой синий бомбардировщик. Нет, тут кто-то другой полетел. Я ракета. Так, по мне стреляют, блин, прикройте меня. Блин, боеприпасы рванули. Боеприпасы рванули, и мне половину жизни у самолета забрали. Ну вы серьезно? Так, ну все, вам хана, ребят. У меня есть базука? У меня базука. Стрельник. Как я разбился? Неужели я в воду успел упасть за это время? Не-не-не, пилотом. Идем. Ты мне скажи. Я не понимаю, чем не стреляют? Так, они с какой стороны? Где они? Джонни, они не стреляют. Ядрами стреляют с особой мелкой пушки, но ядрами не стреляют. Ой, в тебе. У меня одноместник, да. Так, минуточку, как стрелять ракетами? На Б. А, Б, все, понял. Сейчас, погоди. Пошел! Пошел!
Да блин! Серьезно? Я мы так низко над водой, что ли? Я не понимаю. Мы вылетаем и тут же раз... Стоп. А, это... Да, мы очень низко под водой. Под водой. Олень вверх летит, ты что делаешь? Что он делает? Черт, я собирался ракетами стрелять. Так. И не падаем. Парень говорит, что он наверх. Очень сильно бы не помешало прилететь на их корабль и установить ему бомбу. Ракетный обстрел. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, меня сбили. Зато я успел их ракетами расфигарить. Почему я по красному самолету тогда стрелял столько времени и не смог его сбить? Сейчас чувак по мне выстрелил буквально несколько раз, и все, у меня самолет в пике ушел. Че это за... Потому что... Давай, я смогу... Да, я у них посадился на базе. Надо установить бомбу, надо установить бомбу. Установить бомбу. Да, установить бомбу. Так, я поставил бомбу. Где он? Вот он. Так, поставил бомбу. Молодец. А-а-а-а-а! Чёрт, он ко мне летел. У них сейчас будет большой бум. Блин. У них сейчас будет очень большой бум. Так, я опять взял себе пилота. Я надеюсь, мне сейчас хватит денег хотя бы на легкий бомбардировщик. Нет, не делай этого, не делай. Так застрели его. Я уже умер, понимаешь? Я... Да! Хе-хе. Я у них разнес целых два боеприпаса одной бомбой. А, мы можем просто прыгать к ним на базу. У нас парень сделал очень хороший ход. Очень хороший ход? Да, очень хороший. Блин, наши дирижабли практически столкнулись. Блин, я думал там кого-то сейчас пулеметом пристрелить. Наши дирижабли столкнулись. Это так, хорошо. Я иду в экипаж. Мы можем просто стрелять. Просто бомб. Интересно, я так попадаю или нет? Посмотрим. В общем-то, наша задача разрушить все боеприпасы. Вон они! Блин, надо на верхнюю палубу срочно. А, да, я же не могу, я не пилот, я не могу летать на этой штуке. Я вас всех зарублю лопатой, давай! Всех зарублю лопатой, блин. Так, не вставай, не вставай, я вот подорвала мою лопатой. Ой, три дня. Бомбы везде. Бомбы. Я не знаю, делаем ему что-то этим или нет. Тут была лестница. Моя бомба. Тут бомба. Как я задефизил? А, вон чувак дефизит. Хорошо. Так, по-моему, так я им ничего не делаю, да? Да. А если я буду в рубку стрелять? Нет, не особо. Смотри, наша задача — это прям в кабинет.
Так, давай. Да подымись! Да блин, подымись, не мешай! Блин, нет, мне не нравится этот звук, это от нас или от них? Это от нас, ну парень. Правильно! А, оно не может вверх, нет! Давай, нет. Кто это падает? Кто это падает? И мы падаем или они падают? Это мы падаем, черт! А, ладно. Тогда я не буду уже спавниться. Минус 300 экспы, вы издеваетесь, пираты выиграли. Это нечестно. Пираты всегда выигрывают. Не всегда, не всегда. Ладно, ребятки, вот такие сегодня были паникушные пострелушки, пострелушные паникушки. В принципе, по-моему, очень даже прикольно. Да. Немного времени занимает к этому всему приспособиться, посмотреть. На этом, пожалуй, сегодняшнюю серию мы закончим. Пойдем наслаждаться остальными бесконечными мировыми Роблокса. На этом все. Всем спасибо, что были с нами. Удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.